Будо, да, я расценивал будо, в отличие от, например, просто борьбы, да, с соперником, прежде всего борьба с собой. Вот каждый день я должен стать лучше, чем я был вчера. И вот это для нас хороший пример. И я для этого езжу на Окинаву каждый год и пытаюсь понять, как сделать так, чтобы не останавливаться и расти в плане техники. Мы изучаем уичирю, и уичирю я бы хотел еще такую вещь сказать, что очень важное значение в будо – это дыхание. И вот мы бы хотели показать вам то, как в уичирю стиле занимаются тренировкой дыхания. Потому что уичирю – это как бы школа, которая пришла из Китая и привнесла в окинавское карате старую технику пангайнуум, тогда это называлось пангайнуум. С одной стороны, это как бы техника старая, китайская техника, а с другой стороны, она пришла последним из Китая, последний стиль, который привезли окинавские, три таких крупных стиля, да, это годжирю, шоринрю и уичирю. И вот уичирю это как бы самый молодой стиль, но в то же время он как бы остался самым старым. Прежде всего проверяется как бы жесткость сухожилий. Вот так проверяется как бы дыхательный комплекс санчин. Делаем следующие пятки вместе, ката, фрагмент ката, делаем санчин. Пятки вместе, ноги развели максимально в стороны и сжали кулаки вниз. Руки полукруг, должны сформировать полукруг как подкову. Руки убираем назад, левую ногу по дуге вперед. Руки выбрасываем на уровне пояса, ладошками и палец большой вверх, вперед. Сжимаем кулаки и полукругом вперед. Теперь левая нога впереди, правую руку убираем назад вдоль среднего пальца и набираем через нос воздух. Вдох. Выполняем выбрасывание, резкое выбрасывание руки вперед, но не делаем выдох. Выбрасываем руку вперед, но не делаем выдох. Возвращаем медленно руку без напряжения и делаем выдох. Такой же, как мы делали сейчас лежа. Шаг вперед. И снова выдох, вдох, выбрасываем руку вперед, без выдоха, возвращаем руку назад, выдох, короткий. Теперь двумя руками убираем, две руки убираем назад, ладошками вверх, выбрасываем вперед, сжимаем кулаки, поворачиваем и делаем выдох. Как будто ломаете палку. Руки назад, второй раз, ич. Хирате камай, руки перед собой. Шаг вперед в санчин дачи. Левой рукой делаем, левой рукой в ауке круговой блок. Ич. Убираем руки назад и выбрасываем вперед. Вот мы делали в ауке, блок в ауке. Как бы это основа основ, в ней лежит весь принцип защиты. Вот мы делаем в ауке, значит, в ауке и удар бошки. Вот такая типичная связка, которая отражает специфику и суть круговой защиты в очерю. Партнер делает правой ногой шумэнгири, я делаю блок двумя руками, потому что если партнер такой, как Ярослав, то мне придется делать двумя руками блок жесткий. Как хирате камай, я делаю блок. Блок, ич, еще раз. Ич. Второй блок, это сэбамиуки от малашики. Второй блок. Я как будто делаю вауки, видите, как будто делаю вауки, круговой блок. И дальше гьякудзуки. Я... Еще раз. Все блоки, видите, я делаю двумя руками. Руки все время делают полукруг. Раз, полукруг. Все время полукруг, полукруг, полукруг. Удар наносится вот этой частью, большим пальцем, острием. А еще раз. И сам. Гиданбара я делаю так, оно нужно. Гиданбара я не сюда делаю, делаю вот сюда, в нижнюю часть предплечья. Так,
Малашвили сюда. В тонкую часть вот в эту. Да? Партнер с правой ноги наносит туда. Раз. Малашвили. Два. Три. Мошки. Горло. Запрокидывайте. Попробуйте в пар. Принцип защиты в Акариуке. Это принцип круговой защиты, такая высшая техника. Выглядит она так. Выглядит как два блока круговых. Раз, два. Но это как бы простое исполнение. Сложное исполнение выглядит так. Как бы три варианта есть. Простые как бы раз, два, вторая техника более сложная. Три и более сложная техника. Так. Раз, два. Это китайская техника. Вауки, хватариуки. Три блока в одном, как бы. Три блока. Выглядит так. Партнер наносит сюда. Вауки. Вауки. Хорошо. Еще раз. Раз. Два, три. Кокушки. Кокушки мы делали как на занятии. В ауке я делал круговой блок. Второй в ауке. Хватаю за кимоно правой рукой кокушки. У очерю это тигр, жора, дракон. То, что делали сейчас до этого, бошки на такого и дракона. Да. Это зуб тигра, пушок. Это кокушки на тигр, жора, еще сделал. Раз, два, три. Так. И чуть сюда вот. Как бы в реальной ситуации можно делать так, что партнер, например, дзюки, пей. Я делаю блок, да так, либо сюда, в шею, да, либо сюда, не обязательно ключицу сверху. Ключицу сюда наносит удар, вот эту впадину, за ключичку. Еще раз, ич, и, сам, буквально. Я стою, левая нога впереди, я остаюсь на месте. Правой рукой делаю блок, правую руку блокирую снаружи. Партнер бьет левой рукой, видите, я левую руку подбиваю вовнутрь, делаю блок второй рукой, захват за кимоно. Правой рукой отсюда делаю удар сверху кокушки, ключицу. Правая нога впереди. Попробуйте, сможете. Ос. Ос. Раз, два. Хорошо.